Добрый день, еще раз записываю второе видео. Ну, в принципе, оно будет коротенькое. Разобрал двигатель 1ZF SE, который я уже записал чуть ранее. Вытащил поршневую, посмотреть, залегли ли кольца там. Ну, так как в одном цилиндре была ржавчина, да, соответственно, может быть, кольца залегли из-за ржавчины. Смотрим. Вот он, поршень 4-го цилиндра. Я уже маслосъемное кольцо снял. Получается, как и предполагалось, где была ржавчина, залегли колечки. Если на тех цилиндрах колечки, они свободно ходят, то есть ничего с ними делать не надо, то первый цилиндр, второй цилиндр, ну, соответственно, третий цилиндр. Также ханинговка красивая прям вообще. Вот это вот, это проблеск, это давление поршня цилиндра, потому что коленвал под углом воздействие делает на шатун. То есть шатун под углом воздействие делает. Мотор не грелся. Обычно, когда перегревается, вот в этих местах, где поршень имеет большее давление на цилиндр, там идет выработка зеркальная. Ну, видно, что как бы вот оно давление, ханинговка стирается. Здесь в первую очередь в этой области образуется зеркало. Ну, вот он, заржавевший цилиндр. Ну, это все ерунда, работать будет как новый. Так что сейчас разбираем, прочищаем, ставим на место, собираем двигатель.